Доброго времени суток всем! Вы меня все знаете, я ваша Наташа. Я приглашаю в чат «Здоровая красота» или «Красоту» или «Красота в здоровье». Я пользуюсь на протяжении нескольких лет продукцией «Сибирское здоровье». И сейчас сделаю решительные шаги к открытию новых возможностей и ступеней. И прошу вашей помощи. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Мне нужна, необходима ваша поддержка. Для меня это очень важно. Благодарю. Друзья, объясняю, почему я выбрала компанию Siberian Wellness. Проще говоря, сибирское здоровье. Я за экологически чистый продукт. Я патриотка российской продукции. Это первое. Второе. Хочу все узнать. Тут же и поддерживать свое здоровье, помогать людям и заботиться о природе. Мы жители одной планеты Земля. Едины. Это такой жизненный цикл, когда природа дает, мы забираем, и пора, пришла пора отдавать. Это, знаете, как мы и окружающая среда – это наши взаимоотношения. Как заботиться о природе? Да, одно из просто. Не надо нигде раскидывать мусор, не надо оставлять мусор за собой в лесу, на берегах, да где угодно. Не кидать окурки, не разжигать в лесу костры. Ведь когда горит лес, горят не только деревья, горит все живое, горят полезные насекомые, которые обитают в этом лесу, которые улучшают почву. А что дает нам почва? Нам почва дает здоровые растения. Природа все продумала и за нас, и за себя. Это я так немножко отступила от темы, теперь я возвращаюсь снова к компании «Сибирское здоровье», которая производит натуральные продукты для здоровья, для красоты и спорта на основе дикорастущих растений и сибирских трав. И вот следующее видео будет как раз о Сибири. Я прошу вас, найдите минуточку, чтобы его посмотреть, вдохновиться. И если вы еще в чате напишите свои отзывы, это будет просто великолепно. А после видео о Сибири будет опять же небольшое видео именно о компании. Я очень прошу вас посмотреть. А вот на следующий день мы уже будем с вами разговаривать о продукции сибирского здоровья. Кстати, вы можете задать мне вопросы, что вас больше интересует, и мы будем по этой теме разговаривать. Буду давать информацию. Все, спасибо за внимание. Всем пока-пока. Всем доброе утро, друзья. Сегодняшняя наша тема – витамины. И не случайно. Потому что мы из зимы плавно переходим в весну. Итак, мои хорошие, меня однажды как-то спросили: «Наташа, вы где приобретаете витамины?» У меня такие глаза, знаете, и такая: «О, как будто меня спросили, что такое неестественное». Такая: «Нигде». Задумалась. А про витамины люди заботятся, значит, о своем здоровье. А я сделала диагностику. Ребята, мой организм, он просто уже орет: «Сос, сос». Так, прислушайтесь к себе. Мы же бежим, мы же ничего не слышим. Прислушайте к себе. Возможно, ваш организм еще пока шепчет. Компания «Сибирское здоровье» предлагает витаминно-минеральный комплекс, также витамины отдельно и витамины для спортивных целей. Вы можете зайти на сайт, все в доступе, все открыто, посмотреть сами, ознакомиться с материалом, ознакомиться с продуктами. И если вы если вы вдруг решите сделать заказ,
Не спешите. Если вы не привилегированный клиент, то вы пройдете мимо выгод, которые дает компания «Сибирское здоровье». А вот про выгоды я поговорю с вами и расскажу вам в другом видео. А сейчас всем доброго дня. И под видео читайте материал про витамины. Пока-пока. Всем добрый день. И снова с вами я, ваша Наташа. Сегодня тема такая. Мне написали в личном сообщении и попросили рассказать о продукте сибирского здоровья, которое принимаю я и мое окружение. Ну, конечно, я начну с себя. Что принимаю я на данный момент? Это истоки чистоты. На этом продукте особо я не буду делать акцент, поскольку уже информация есть о нем выше в чате. Вы это можете посмотреть, видео есть. Но что я хочу отметить, тут я себе шпаргалку написала, чтобы не забыть все вам рассказать, что желательно начинать любую программу, ну, по крайней мере, вот я о себе говорю, нужно для этого сначала почистить себя, свой организм. Почему? Ну, потому что следующие препараты, следующие продукты, они будут лучше усваиваться. Эта очистка идет на клеточном уровне. Да, я себя почувствовала с первых дней, это чувствуется. Еще один эффект какой, ну, немаловажный, это коррекция фигуры, то есть идет снижение веса. Мой личный опыт на данный момент, я принимаю этот препарат, скажем так, вторую неделю у меня идет. И вот уже довольно-таки так приличненько мне нравится на себя смотреть. 3 килограмма я отдала. Да, мне их не надо. Ну вот, это, если коротко, о истоках чистоты. Следующий продукт – это органический магний. Что он, в чем его помощь моему организму? Во-первых, у меня были уже нарушения сердечного ритма, улучшается. Ушли судороги мышц, нормализовался сон и давление нормализовалось. Это вот самое главное, что я вот говорю об этом продукте. Следующий мой продукт – это омега-3. Ну, ребята, о нем вообще, конечно, я Америку не открою. Единственное, что я скажу. Полинасыщенные кислоты в 3 капсулах, скажем так, что они дают? 3 капсулы принимаются один раз во время еды. Улучшение кровообращения, уменьшение жиров, поддержка зрения, поддержка иммунной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Дальше, снижение вредного холестерина. Ну, я же говорю, про него Америку не буду открывать. Он вообще у всех на слуху, и, в принципе, ну, каждый о нем знает, что это, какой это идет полезность и какая эффективность от этого препарата, от этого продукта. Следующий продукт – это органический германий. Ага. Он сохраняет молодость. Ну, в общем, кто хочет быть молодым на долгие года, рекомендую. В чем моя будет рекомендация состоять? Он улучшает тканевое дыхание. Геропротекторы, иными словами, защита от старости. Основа лежит в этом продукте. Что в нем еще есть? Экстракт женьшеня. Повышает выносливость, работоспособность, быстрая реакция. Витамины Е, витамин С, липоевая кислота. Экстракт листьев оливы улучшает эластичность сосудов. Мощный антиоксидный комплекс. И это еще не все достоинства этого препарата. И вообще вот все. Я не могу все выложить в одном видео, это будет слишком много, если я там начну это рассказать. То есть каждый препарат, каждый продукт, он достоин особого внимания. Ну, в общем, я его недавно начала принимать, так скажем, и, ну, факт вы сами потом увидите на моем лице. И еще хочу заострить ваше внимание на акциях недели. Не потому что это акции, а потому что я их приобрела, да. Вот этот препарат, он называется, ну, так интересно, конечно, да, гинго-билоба и байкальский шлемник.
Вот это идет защита клеток мозга. Все. То есть, хотите, мы поговорим с ним отдельно. Об этом продукте отдельно поговорим. Сейчас акция 380 рублей. Но я говорю, это не суть, это не акцент вот этого продукта, что нам, ну, говорю, там, купить или нет. Это не так, это не реклама. И вот этот самый классный продукт, это хронолог, защита от возрастных изменений. Девочки, этот продукт для нас, для женщин, он стимулирует, когда у нас наступает менопауза, убираются частые приливы, потливость, головные боли, ну, все, что сопутствует, вот при... стимулирует баланс гормонов, запускает процесс обновления клеток. Вот о нем действительно много можно сказать, но я скажу так, укрепляет ногтевую пластину, укрепляет волосяную луковицу, улучшает настроение, то есть, знаете, вот эти вот перепады, сегодня плачу, завтра смеюсь, вот то есть он регулирует. И я про него прочитала отзывы в приложении, вам прям зачитаю. Что пишут женщины? Вот одна пишет, что улучшается настроение. Другая пишет, у нее варикозное расширение вен. Пишет, я теперь, причем она его пропила 3 месяца, и пишет, я теперь могу одеть короткую юбку. Синюшные вздутые вены просто ее не беспокоят. Ушла тяжесть в ногах. Вот понимаете, вот просто обратите внимание на этот препарат. И помимо этого, у меня есть, конечно, много бальзамов, которыми пользуюсь я, ну и понятно, что мое окружение. Но об этом я хочу вообще отдельное видео снять, потому что если у вас есть вопросы, пишите, звоните в конце концов, пишите в личное сообщение, пишите в чат. Благодарю всех за внимание. Буду рада, если вам информация моя очень понравилась. Ну, просто, знаете, вот так вот, поставьте плюсик. Я буду понимать, что я иду правильным путем. Мне очень поддержка ваша нужна и необходима. Всем пока-пока. Была ваша Наташа. Я сейчас хочу вам сказать, по просмотру видео, ссылочка на канал Telegram, на чат «Здоровая красота» вы увидите в описании видео. И также я еще прикреплю комментарию. Заходите, не стесняйтесь, там очень много полезняшек. Ваша Наташа.